Школьная доска, где можно писать без мела, с выходом в интернет и с интерактивными играми. Это реальность. Апатитская музыкальная школа имени Леонида Михайловича Буркова уверенно шагает в ногу со временем, используя новейшее мультимедийное оборудование. Напомним, ДШИ с 2021 года является участником национального проекта «Культура». На выделенные средства был отремонтирован фасад здания. Приобретены учебные пособия, музыкальные инструменты, микрофоны, а также интерактивная доска. Свои достижения обновленная школа продемонстрировала на отчетной встрече. Одно из самых дорогостоящих приобретений Апатитской музыкальной школы в рамках национального проекта «Культура» – это интерактивная доска. На ней можно писать и стирать прямо руками или используя стилус. А еще выходить в интернет, закачивать разные фоны, находить нужную информацию и красочные иллюстрации для уроков. В комплекте есть учебные диски. Теперь ребята смогут осваивать разные предметы с помощью интерактивных игр и упражнений. Дети, особенно малыши, которые пришли на урок после 1 сентября, были искренне удивлены, обрадованы и были счастливы просто присутствовать на уроках. Сами знаете, что урок сольфеджио очень и предмет очень сложный. Поэтому теперь дети будут, я надеюсь, весело бежать на уроки. Настоящим подарком как для преподавателей, так и для учеников стало приобретение двух новых фортепиано «Николай Рубинштейн». Мне нравится пианино, потому что оно красиво звучит. И я уже научилась играть зайчика, чижика и часы. У фортепиано антивандальное покрытие, доводчик плавного закрывания крышки. В числе первых за новым инструментом ансамбль «Лонгард» Софья Ланшакова и Светлана Горденина. Неоднократные победители различных престижных конкурсов. Детей загораются глаза. Они с радостью идут на урок, с большей радостью, когда понимают, что, ну, я бы так сказала, более глобально, о них позаботились. Действительно, это для музыканта очень важно. Когда ты приходишь в класс, и у тебя старые инструменты, ты понимаешь, что вроде бы как, может быть, это не очень престижно, да, не очень престижно для профессии. Радует своим звучанием и новенькая скрипка немецкого производства. Также для музыкальной школы закупили современное оборудование и учебные пособия. Всего в рамках нацпроекта «Культура» в 2023 году учебному заведению было выделено более 1 миллиона 800 тысяч рублей. Русская культура, культура в городе Апатита – это тот стержень, рядом с которым люди становятся лучше. Поэтому спасибо большое вам за то, что вы сделали. И я надеюсь, что это будет еще лучше, еще красивее. А вам просто будет приятно работать, и вашим ученикам еще больше будет желание достигать высоких результатов. В 2024 году также в рамках нацпроекта в школе запланирован капитальный ремонт помещений, модернизация оборудования, музыкальных инструментов и обновление мебели.